утро! В рамках надвигающегося дня города для вас выступает ансамбль «Виски пигмея Хотри». И завидев свет луны, облизнувшись и помедлив, откусила ей пол головы. Крошки сыпались из неба на людей, на дома. Кошки подбиралось чувство, это тяжесть живота. Время бы остановиться, но ей мало все равно. Собралась из звезды в кучу, и давай как молоко. Нет на небе больше света, не о чем мечтать поэтам. Космонавтам невдомёк, куда теперь их бор плывёт. Та-дам, та-дам, та-дам. Моряки все сбились с курса, волкам не на кого быть. О романтических прогулках влюблённым надо бы забыть. Но окошко у окошка спит уже, видит сон, как на крышу грациозно капли падают дождем. Может, все лихо, мораль стихов скорей простой совет. Не ешьте тех, кто в темноте вам дарит свет. Группа «Виски пигмея Хотри», великолепный коллектив и руководитель Главного управления культуры администрации города Красноярска Наталья Валерьевна Малощук. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе я утро. Закрыл глаза и представил, точнее, слышал, что в нашей студии находится очень классный коллектив из Прибалтики, но открыл глаза и увидел, что это еще более классные ребята, да, из города Красноярска. Да, все замечательность родные. Ребята, вы большие молодцы, я думаю, сейчас все зарядились и точно придут к вам. А мы напомним, куда? Да, куда придут? На Арт-набережную 25 июня, потому что это ключевой, основной день празднования 388-летия со дня основания нашего города. И, конечно, эта площадка будет работать с 12:00, как положено у нас День города с выстрелом пушки, да, для всех тех, кто может и хочет побывать вместе с нами, уже с детьми, со своими друзьями. Поэтому в это же время работает и площадь театральная, и арт-набережная. Но вот эта вечерняя программа, мы всех приглашаем в 18:30 и до 23:00, практически до салюта. Приедут ребята из Кызыла, приедут ребята из Минусинска. Это вот как раз такие современные направления, современные группы, все молодые и красивые. Поэтому танцевать будем, радоваться будем. Ну и, конечно, если говорить о репертуаре, очень много авторских произведений, много интересных аранжировок, очень много этнического компонента. Поэтому, мне кажется, здесь, на берегу Енисея, это будет здорово. И это все арт-набережная. Другим площадкам в городе чего-нибудь достанется из конечно, артистов? Конечно, конечно. Чем хороша вот тема Красноярского Арбата? Мы так называем сейчас эти ярусы у реки Енисея. Нижние, как мы говорим, арт-набережная, верхние два – это театральные. И у памятника Чехову, и непосредственно у театра оперы и балета. И, конечно, до 21 на театральной будет идти интересная программа. В 16:00 мы всех приглашаем порадоваться приветствию главы города наших уважаемых медалистов. Впервые мы с вами увидим около 600 ребятишек, да, кто уже имеет... Ну, мы надеемся, вот заканчиваются экзамены, будет подтверждено, будут в руках держать золотые и серебряные медали.
и непосредственно лауреаты премии главы города. Всегда это проходило в закрытых помещениях, а теперь мы увидят, да, все, увидят вот все и порадуются, и вальс вместе станцуем, и, конечно, пожелаем им хорошего продвижения в дальнейшем в жизни. Ну, все и верно. Молодежный парад творчества. Вот я же говорю, у нас столько молодых, интересных и музыкантов, и художников. Нам, а мы здесь, вот почему я говорю, что здесь не надо торопиться, это все по времени выстроено, мы все увидим, услышим, только вовремя вставать на, как говорится, нужные места. Да, на те локации, которые мы предлагаем. Поэтому молодежный парад творчества пойдет по улице Дубровинского, от центра Синема до улицы Перенсона. По Перенсона поднимется на Театральную, и тут мы опять все станцуем флешмоб под авторскую песню, специально написанную для этого парада. И до вечера работает группа «Рокфеллер», «Джаггер» и, конечно, подарок русского радио Сати Казанова представит нам свою программу тоже с этнокомпонентами, потому что День города проходит в рамках фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И вот как раз всех участников, кто приехал к нам в город на этот фестиваль, можно будет увидеть буквально завтра, 24-го, в пятницу на Театральной, с 17.30 до 22.30. Большой концерт и с участием группы «Яхонт», и с участием наших муниципальных творческих коллективов, и, конечно, наших гостей. Начнут в 17.30 уже корейские артисты. И закончат, я повторяю, Колумбия, США, Венесуэла. То есть это вот все можно будет увидеть уже на улице. А 25-го в 20.00 начинают на площади Мира. То есть три площадки, да? Днем это набережная и Театральная, а вот вечером все идем на площадь Мира, потому что сначала увидим представителей фестиваля, потом золотой сопрано Мира, да, Хибла Герзмава, это хедлайнер нашего праздника. И, соответственно, 22 начинается, в 23.30 заканчивается. 10 минут потрясающая работа корейского диджея и салют. Также впервые пройдет под сопровождение диджея Квола. Поэтому опять будем танцевать, опять будем радоваться, опять будем друг друга поздравлять. И, конечно, надеяться на то, что новый наступивший год для города Красноярска будет успешным. Спасибо большое, Наталья Валерьевна. Вы рассказываете так же ярко, мне кажется, как это все будет происходить. Виски, пигмеи, хотри у нас тоже сегодня были хедлайнеры нашей студии сегодняшней. И, надеемся, предстоящего фестиваля. Артберега в том числе. Я поражаюсь, сколько много всего приготовили. Поражаюсь, как у вас запоминается все это прекрасно. Мы нашу программу продолжаем. Оставайтесь с нами.